приехали в Кольцово, в Екатеринбург. Ищем терминал Б. Международные перелеты. Вход 2, наверное, вот здесь. Больше ничего нету. Ну, вход прошли, мне кажется, только что. Ну что, ребята, мы прошли паспортный контроль. Серьезный паспортный контроль. Оказывается, купили билеты, но не выбрали места. И такая серьезная, невеселая женщина сказала: ну так у вас нет мест. Сначала говорит, у вас нету мест. С таким видом, знаете, что все, вы никуда не летите, она да? Ждала нашей, да, она, нашей да. паники. Так у вас мест нет. Ну подскажите нам, что нам делать. Билеты-то куплены. И все. Ну, у вас рандомно сейчас, как у вас система посадит, так вы и сядете. В итоге у нас два места, и они рядом. 29Е и 29Д. Это очень повезло, короче, что нас посадят рядом. Зашли в такую кафешку здесь. А, Жигулёва называется. Пиво, короче, здесь одно, в основном пиво. Но я нашла коктейли. Заказала себе коктейль, Саша заказал себе пару бутылочек пенного. И заказали вот такие сосиски венгерские. Блин, ну цены, конечно, вообще. Ну ладно, мы же... Эти цены, они еще были 10 лет назад уже в Батлере такие же. Ну мы же в отпуск идем, ладно. Думали бутылку вина взять. Но вино самое дешевое. 40 граммулик. 2200. 2190 самая дешевая бутылочка вина. Поэтому я вот выбрала себе мартини. О! Спасибо. Такая вот красота. Ну что, ребята, за отпуск. Ты меня близко, что ли? Нет, нормально. Вид просто классный. Стена. Туалет. Слева туалет, справа. On 17th March 2024, for turned 100 years old. Все, мы уселись. All members of our club bonus program for being a regular customer. Все, ребята, мы на месте в аэропорту Пхукета. 8.5 часов летели. Сейчас жду Сашу. Он уже обменял доллары. Он обменял в Челябинске рубли на доллары. И сейчас обменял доллары на баты. И пошел искать сим-карту. Так, ну что, ребятки, мы наконец-то заехали в наш первый номер. Вот такой вот небольшой, уютный. С кондером самое главное. И ключ вставляется здесь. Полотенчики, все есть. Все, мы в душ сходили. Нам этот номер на сутки. Мы завтра отсюда уедем. Нам переночевать. Вот такая карточка вставляется. Мы не могли понять. Думали, кондиционер сломан. Не могли включить. В итоге засунули карточку и все. Тут мы немного перекусили. Разложились, в душ сходили. Сейчас пойдем до магазина. Прям рядом мы дошли пешком. С аэропорта. Вон он у нас. С окна, видите, самолеты. Самолеты. Мы хотим, короче, пойти прогуляться и посмотреть, как самолет садится на посадку. Дверь открой, она открыта, открыта. Так, опачки, открываем. Ой, духота, вообще духота. Вон там морюшко виднеется вдалеке. Самолетики. Жарко, но хорошо. На самом деле мы капец как хотим спать, вообще не спавшие. В самолете там еле как. Это отдельная история с самолетом. Мы когда приехали в Екатеринбург, пошли оформлять, регистрироваться на рейс. Там такая женщина злобная. Говорит, а у вас нет мест. И у вас нет мест и смотрит на нас. Ну подскажите вы нам, что да, при покупке мы не выбрали места. И нужно выбрать места. Она так, знаете, смотрит, типа, у вас нет билетов, и вы никуда не летите. К
Короче, в итоге она нам сделала два места, выбрала. Не знаю, как это специально или нет. Возле туалета мы сидели. Но плюс этих мест в том, что там больше места для коленей, для ног. Можно почти практически выпрямить ноги, но там как бы часто ходят люди, там туалет, там всегда очередь. Но запахов никаких посторонних не было. Поэтому, в принципе, нормально, потихонечку долетели. Все, сейчас пойдем в магазин, потом еще должен приехать человек. Мы завтра будем на пароме плыть. Завтра вам все покажу, расскажу. А сейчас мы пошли в магазин. Планы сегодня небольшие. Поспать. Самое главное – выспаться. Собрались на прогулку. Туристы. Смотрите, вышли на балкончик, здесь увидели. Ой, я ничего не вижу, солнце ослепило. О, красиво. Горы. Горы, отели. Ой, Саша куда-то убежал уже наверх. Блин, такое солнце вообще, конечно. Смотрите, какая-то мусорка, похоже. Солнце палит очень-очень сильно. Сейчас пойдем в 7-Eleven, здесь как раз рядышком с отелем. Хочу посмотреть, там крутые помады, недорогие. Вообще помады стойкие, красные. И духи там тоже прикольные. Мне прям очень понравился этот магазин. Надо будет там порыться. Ой, такая птичка интересная, голосистая. Ой, все. Все, не любит она папарацци. Ребята, мы пришли в национальный парк Пхукета. 200 рублей с человека, так-то не дешево, знаете ли. Но здесь вот как раз есть площадка, где самолеты садятся. Можно сделать красивые фоточки. Вот нам дали карту. Здесь прям можно гулять и гулять. Пойдем сейчас посмотрим. Морюшка, вот оно, морюшка. И оно вроде как спокойное. Здесь купаться-то можно здесь? Ну так, знаете, вот можно прибираться и прибираться. Там что-то строится еще. Гостиница, наверное. Сняла босоножки и поняла, что я рановато это сделала. Тоже, смотрите, такой песочек, который можно было бы почистить. Ну, он чем ближе к морю, тем он и чище. Все, Саша собирается купаться. Смотрите, какое спокойное морюшко. В том году такого не было. В том году штормило. И флаги везде красные стояли. Там, смотрите, как это. Земля какая-то черная насыпана. Ой, крабики эти, которые быстро бегают. А? Самолет, наверное, взлетать сейчас будет. Это же не гроза, хотя потемнело, тучки заполонили небо. Давайте подождем, может, сейчас самолет увидим. Ну, привет, Таиланд. Прощай, первоначальный взнос. На ипотеку. Ну, такое морюшко. Смотрите, с песком. С песочком. Ой, ребят, если честно, не вижу вообще, что снимаю. Вот чуть-чуть вижу. Все. Ну, прозрачная вода, да. Ребят, вот на посадку идет Airbus, наверное, или какой-нибудь Boeing, не знаю. Но мы станем свидетелями этого явления. Как удачно мы зашли. Как низко, офигеть. Все, ребятки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока.